Зарегистрировать брак в день Святого Валентина – дело святое. В пятницу в Ярославле наблюдался свадебный бум. Пожелали расписаться именно в этот день 28 пар, причем только в Центральном городском ЗАГСе. Его сотрудники на ногах буквально с самого утра регистрируют браки одновременно в двух залах. Всего же в Ярославле 14 февраля узами гименея себя связали 85 женихов и невест. Валентинов день самый урожайный на свадьбы зимой, невзирая на погоду. Всем молодоженам дарили дерево счастья, изготовленное руками ярославских школьников. Это красивая дата, 14.02.14, все-таки день влюбленных. Женимся мы по любви. Планировали? Совпало. Да, совпало, это все очень хорошо. Планировали мы это давно, где-то с лета. И у нас все получилось, мы очень рады. В последнее время у нас не так много массовых праздников, которые говорят о наличии вот этого прекрасного чувства. К сожалению, наверное, мы находимся в таком всегда забеге, что у нас не хватает времени посмотреть в глаза друг другу, заглянуть в цветочный магазин, купить цветочек или валентинку, подарить этому любимому человеку. Наверное, народ просто соскучился, и поэтому определенную даль, ну, как сказать, памяти, восхищение этому празднику таким образом и отдает.